Конфеты, пожалуйста. Also. Зрение исчез. Потом в Люблин забросили еще 3 агентов. К счастью, ценой своих жизней они сделали его. Но ему надо передать имеющуюся у него информацию, и он понимает, что рано или поздно мы его вычислим. Нет. Путь следования конвоя с заключенными к станции проходит рядом со старым заводом. Место там тихое. Если грамотно встретить, можно быстро уничтожить охрану, освободить людей и уйти. Ну да. В общем, там есть подземный ход. Скажешь своим подпольщикам, чтобы ждали нас там. Хорошо. Они про этот ход знают. А немцы? Спасибо, пани. Ну, а если... Нет. Прости мне, я должен. Mit seinen eigenen Händen abknallen zu wollen. Hasst mich. Он ненавидит меня, как будто я русский. А как я их верну? Barbara. Ich weiß. Значит, мы снова не... Хочешь замуж? Ну вот, любезный пан. Вот это. Прочитайте внимательно. Скоро умрет. Но я... Живей, живей. Получена новая шифровка от Стефана. Казимир нашелся. Что? Не пойму, зачем вам это надо. Они ищут Рейнольда. Либо это... Тогда он должен быть ликвидирован. В любом случае, сообщи своим... Объединить наши усилия. Сначала но если они его уже нашли. А мне Рейнольд нужен живым. Я должен знать, что он уже успел отправить в Москву. Немцы даже ахнуть не успели. Но на улицу сегодня выходить я бы не советовал. А придется. А как же, конечно, будем. Только не сами. О боже, Казимир. Я уверен, Казимир жив. Но мы все в большой опасности. Мне кажется, немцы... Na? Neuner? Jawohl. Wie gefällt Ihnen? Ja, aber nur auf Entfernung. Wenn man только когда близко подойдешь, dann nicht. Надо бы, чтобы он еще домой сходил, погулял. Садитесь, Нойнер. Сейчас пойдем поищем Казика. Это не он. Это... Berliner. Szanowna. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Halt! Ihre Papiere bitte! Стой, покажи документы. Документы? А, что там еще? Приходил тут русский. Русский. Вот адрес. Проверяйте. Господин офицер, это хозяйственное помещение. Сейчас. Сейчас. Machen Sie... И там мы... Сразу я не обратил на это внимания, а сейчас понял, что не говорил ей. Стоять! Стой! Предъявить документы! Здравствуй, дядя Карл. Может, пригласишь к себе? Постоянно кого-нибудь расстреливают. Может быть, он и жидом был. Кайслер меня предупреждал, что ты ко мне можешь явиться. Ты, гуру! Одна такая папка с документами. Но вы знаете. Жаль. Ну и где находится? Где он прячется? Я не знаю, где он. Он всегда сам приходил ко мне. Люблин. Подождем минут 15. Не будем навлекать подозрения. Товарищи проведут вас к самолету. Спасибо, пан Лукаш. Если бы не война, я не стал бы помогать человеку, который причинил столько боли моей сестре. Если бы не... Хватит. Отпущен. Сдайте оружие. Мне очень жаль. Займите свое место. Ничего, недалеко осталось. Ну, молодцы. Молодцы! Красиво, Михась, не волнуйся. Как рука? Нормально. На мне как на коте все заживает.